Так, действительно, отклик был интересный. Честно говоря, он меня порадовал, потому что эта инициатива исходила в том числе и от меня. То есть мы первые, кто вообще вот эту повестку пустили в информационное поле. Вот Артем пишет, вчера по ТВ сказали, почему мы не поставляем дальнобойное оружие в страны, которые борются с США в ответку на поставки дальнобойного оружия США в Украину. Сказали, мы должны поставить дальнобойное. Вот да, мы об этом говорили многократно. И, ну, наверное, да с полгода уже. То есть я и ролик снял, симметричный ответ. Да, можно посмотреть на этом же канале, на котором вы смотрите. И симметричный ответ на поставки вооружения Киеву. То есть мы должны сделать то же самое. То есть поддержать национально-освободительное движение в странах, которые борются именно с США, где есть американские военные базы, соответственно, туда и поставлять такое оружие. Именно как раз благодаря этому можно и ослабить влияние США, и по сути они могут вообще прекратить связываться с Украиной, потому что они просто не потянут несколько. Знаете, они же не привыкли получать груз 200 на свою родину. А если туда гробы пойдут тысячами, их общественность просто не сможет молчать, и власть придется на это реагировать. А как реагировать? Остановить эти военные конфликты? Жить посредством у себя на родине.